были куплены тележки Tarin Big Red. Это если для перевозов там если повреждены колеса. Вот. Перевезли две машины. Одно колесо сразу сломалось. Это еще. Более-менее. Но все равно конструкция какая-то ненадежная. Колеса хреновые. Так, вырезал на лазерном станке такие вот пластины. Вот сюда. И были заказаны колеса вот такие вот. Вот на полиуретане с масленочками. Одной и второй. Сейчас это все дело выровняю, попросверливаю дырку и соберу их. Жалко выбрасывать. Разобрал эти тележки еще. Докупил 32 болтика, 32 гаечки такие самоконтрящиеся. Сейчас на прессе выровняю их. Посрезаю вот эти вот. Ограничители. Буду собирать их. Повыравниваю площадки. Эти решил не срезать, а просто их пресс. Сверху, снизу сверлить и скручивать. Так, закончил собирать. Вот, не хватило двух болтиков. Сюда. А так, конечно, тележка теперь получилась добротная. Тяжелая. Можно что хочешь не перевозить. Вот тут две машины и погнулась как папиросная бумага. Ну, время покажет.